В Ахджабединском зерновом агропарке более 300 гектаров отведено под пшеницу и почти 400 гектаров под ячмень. Об этом было сказано в ходе медиатуры, организованного Агентством развития экономических зон Азербайджана. При этом урожайность ожидается в пределах 60-70 центнеров с гектара. Территория агропарка орошается из Верхнекарабахского канала, для чего используются современные методы полива. В кластере также функционирует перерабатывающий комплекс, включающий завод комбикормов с производительностью 150 тонн в сутки и линию фасовки кормов мощностью 100 тонн ежедневно. В настоящее время на кукурузных полях проводится междурядная обработка почвы. Дополнительно вносится 46-процентное азотное удобрение в виде мочевины. У нас более 400 гектаров яровой кукурузы. Выращиваются такие сорта, как попкорн, зерновая кукуруза и силос. Помимо этого у нас есть посевы ячменя и пшеницы. Здесь также построено современное зернохранилище вместимостью 26 тысяч кубометров и силы с объемом 12 тысяч кубометров. На сушильном участке мощностью 50 тонн в час установлено новейшее оборудование для сушки зерна. Технический парк включает 30 тракторов и комбайнов и 86 различных агрегатов. Представители СМИ также ознакомились с хлопковыми полями, междурядной культивацией хлопка и кукурузы, процессом сборки урожая в абрикосовом саду. У нас в распоряжении 117 гектаров фруктовых садов с миндалем, сливами, абрикосами, боярышником, персиками, нектаринами, а также виноградом. Сейчас осуществляется сборка абрикосов. Это сорт Микадо. Наши плоды хорошего качества. Мы их выращиваем по европейским стандартам. Продукция в основном ориентирована на местного потребителя. Мы не производим товары на экспорт. Мы поставляем прекрасную продукцию на внутренний рынок. Для создания агропарка общие инвестиции, в которые составляют 35 миллионов манатов, Фондом развития предпринимательства Министерства экономики был предоставлен льготный кредит в размере 9,8 миллиона манатов. Здесь создано 150 рабочих мест, из которых 41 являются постоянными. Так у фермеров появилась возможность возродить местную хлопковую промышленность, внедряя самые передовые технологии. На территории агропарка мы выращиваем полевые культуры на площади 2850 гектаров. Ожидается, что 1016 гектаров будут заняты хлопком. Одновременно мы проводим тестирование различных сортов, включая 13 экспериментальных. Цель экспериментов заключается в оценке продуктивности и эффективности сортов, а также в определении их пригодности для данной почвы и адаптационных способностей. На данный момент завершен посев хлопка на площади 970 гектаров. В Азербайджане ведется последовательная работа по развитию института сельскохозяйственных кластеров. Созданные с начала 2023 года 24 агропарка специализируются на животноводстве, плодоводстве, сельском хозяйстве и логистике. Общая стоимость проектов составляет свыше 1 миллиарда манатов. Общая площадь агропарков по всей стране превышает 66 тысяч гектаров. В настоящее время функционирует 22 из 24 агропарков. В двух ведутся строительно-монтажные работы. 6 агропарков специализируются в области животноводства, 6 – плодоводства, 11 – земледелия, 1 – в сортировке, упаковке и логистике. Государственная поддержка данных агропарков в общей сложности оказана на сумму свыше 153 миллионов манатов. Из этих средств 137 миллионов манатов представляет собой льготные кредиты, выделенные Фондом развития предпринимательства на создание 15 агропарков. Кроме того, к 17 агропаркам применены таможенные льготы, льготы по налогу на добавленную стоимость при импорте техники, технологического оборудования и сооружений. В общем, на 16,5 миллиона манатов. С начала прошлого года более 2700 человек получили в агропарках постоянную работу, а 4300 – сезонную. Реализована продукция на 96 миллионов манатов. Сарвиназ Гаджалиева, Сабина Мурадова, Вюсал Алекперов, CBC.